В Камалском театре «Банкрот» труппа Татарского академического театра готовит для зрителей премьеру сезона по пьесе Галяскара Камала. Комедия «Банкрот» написана 102 года назад, но свою актуальность сюжет не теряет и сегодня. Идея спектакля о ценностях, моральных и материальных, близка и понятна многим зрителям. Это рассказ о том, как в одночасье купец якобы теряет все деньги, опять же якобы сходит с ума, но в результате остается богатым. Премьера спектакля в постановке Фарида Бекчентаева состоится 7 ноября. Розе Зариповой посчастливилось побывать на репетиции. Сейчас за этой дверью идет репетиция одной из главных премьер сезона Камаловского театра комедии «Банкрот». Последний «Банкрот» на этой сцене был поставлен в 1998 году. И вот уже через 2 недели зрители смогут увидеть 8-й «Банкрот» в истории Камаловского театра. Нишка кирексом лардилер. Ахшану змелен алам шумамушин кирек диген булам. Фидер Иван чайда ай хай сирожеттин хайлежеттин бич. Анди зур ахшаларна жулга алып шығара апасны битти. Он мечтает о легких деньгах и стать богатым. Ради быстрого обогащения рискует сесть в тюрьму, но заключает авантюрную сделку с самим собой. В результате трогается умом. Главную роль в спектакле «Банкрот» сыграет заслуженный артист Татарстана Радик Бариев. Исполнять ему приходилось разные роли, а вот роль богатого сумасшедшего – впервые. Но тайны перевоплощения смогут увидеть и оценить только зрители. Спектакль «Афера» о том, как купец, ну, здесь по-нашему сейчас как бизнесмен, кидает так, московских кредиторов. Он достигает своей цели. Я не хочу рассказывать всего, как бы, как это делается, потому что я хочу, чтобы зрители все пришли и посмотрели. «Банкрот» – это комедия. В центре сатирического спектакля купец Сирозидин. Чтобы стать богатым, он проворачивает аферу. Берет в банке кредит, уезжает за товаром в Москву, но по дороге его якобы грабят. В результате он прикидывается, что сошел с ума. Этому верят все. Друзья, врачи, даже жена, а главное – банкиры. Впервые спектакль ставит режиссер Фарид Бекчентаев. Он отвергает традиционный подход в решении образов пьесы, а носителем главной идеи становится Гульжихан, жена Сирозидина. Моя роль – татарская жена, вторая жена причем, поэтому мне лицом в грязь ни в коем случае нельзя пасть, мне нужно стараться устоять в этом. Сейчас я просто параллельно слушаю, поэтому я, как вторая жена, конечно, я всегда хочу угодить мужу своему. Пьеса «Банкрот» – сценически и философски историческая. Написана она Галяскаром Камалом 102 года назад. Узнать секрет аферы, который в результате обернется удачно. Увидеть жизнь авантюристов и время татарского ренессанса начала 20 века зрители смогут в дни показов. Премьера пройдет 7 ноября, в день рождения татарского режиссера Марселя Салимжанова. Билеты на первый показ уже распроданы. Роза Зарипова и Петр Шамбазов. Столица.